Итак, всем снова привет, дорогие друзья, с вами Эд, и сегодня у нас будет еще один анимационный мод для GTA San Andreas. Данный мод добавляет пару анимаций для GTA San Andreas. Итак, давайте же мы заценим что-то за анимации. Так, после установки мода нажимаем на пробел и цифру 1. Ну, нажимайся, и мы ляжем просто на землю, дабы полюбоваться небом. Нужно было это делать, конечно, ночью. А так, днем, чем мы будем смотреть-то? Ладно. Следующая анимация — это пробел и цифра 2. Так, CG так осматривается. Только никого нет. Опа, достану-ка я свой прибамбасец и начну. Так, ладно, проехали. Дальше, следующая анимация — это довольно странная анимация. Тупо бить пол. Или бить асфальт. Просто какой-то сумасшедший CG. Что подумают прохожие, а? Понимаешь, если был бы человек, но бить асфальт не имеет смысла. Ладно, дальше. Пробел и цифра 4. Это какой-то непонятный танец. Хотя не, я вспомнил, откуда это танец. Это танец с клуба. Да, мы там танцевали. Ладно, следующая. Следующая анимация — пробел и 5. Мы поем рэп. Все? Так быстро? Так, вот дальше. Пробел и 6. Просто суперская анимация. Сумасшедший CG. Тунц-тунц-тунц. Тунц-тунц-тунц. Как он прикольно двигает верхнюю часть тела. Это офигеть. Реально бешеный пацан. Так, дальше. Пробел плюс 7. Это типа fuck you, bitch. Все, что ли, так быстро? Мы даже не успели посмотреть. Ну, нажмись. Fuck you, bitch. Ладно, быстренько прошло все. Пробел и 8. Это... О, здорово, братки, я вернулся, как сами. Так, тоже приветствие наше. Пробел и цифра 9. Это насмешка. Ха-ха-ха, я тут король. CG не может, он угорает уже. Ну что ж, вот такие вот анимации. Кстати, я не знаю почему, но эти анимации не работали у меня без рэгдола. Может, у вас они будут работать. Если не будут работать, то я скину. Скину рэгдол в архив. И вы установите все вместе с рэгдолом. Короче, установите два мода и должно работать. Да, может, немного помучитесь, но все же, прикольные анимации. Ну что, ну все, больше нечего сказать. Вот такие вот анимации. Всем спасибо за просмотр. С вами был Эд, и всем пока.